Кеплер 36b. Это маленькая планета всего в полтора раза больше Земли. Ее вечно и постоянно обижает старшая сестра, Кеплер 36, которая похожа на Нептун и является газовым гигантом. Две планеты обращаются вокруг звезды в созвездии Лебедя. И при этом орбиты планет расположены очень близко друг к другу. К сожалению, это приводит к тому, что периодически они сходятся настолько близко, что старшая планета наносит серьезный ущерб младшей. В момент сближения 36C буквально устраивает казнь 36B, но вместо пули у нее огромная сила притяжения, превращающая маленькую родственницу в одно сплошное месиво из землетрясений и вулканических извержений, терзающих ее поверхность. Но еще хуже то, что у младшей сестрицы нет ни секунды на то, чтобы оправиться после очередной взбучки. Когда вулканы на ней перестают извергаться, 36C появляется снова. И снова начинает свои издевательства. И это происходит каждые 97 дней, как по расписанию. Каждые 3 месяца Кеплер 36b переживает почти полное опустошение и не успевает восстановиться в промежутках. И тем не менее, младшенькая держится. И наверняка с каждым разом становится все злее. Мы хорошо знаем, чем это может закончиться. Измываться над маленькими можно лишь до поры до времени, потому что внезапно им может это не понравиться. Они могут схватиться за нож или за дубинку и сокрушить все вокруг себя. Дадим Кеплер 36C еще несколько тысячелетий. И обещаю вам, младшая сестра в конце концов не вынесет и надерет задницу старшей, или какие там еще имеются у планет органы для битья.